Всем привет! Сейчас я вам расскажу, как зарегистрироваться в проекте CryptoHands. Сейчас я буду регистрировать 4-й кабинет и всем рекомендую заходить золотым треугольником. Вот у меня как раз уже заготовлена ссылочка под 1-й кабинет. Я под него буду делать 4-й кабинет. Нажимаем регистрация. Нажимаем вручную. Вот последние буковки у меня B4. Проверяем. И проверяем циферки 35, D7. Смотрим, чтобы не накосячить. У меня номера кошельков. И проверяем. Вот у меня записан 1-й кабинет 35, D7. Все правильно. Первый уровень равен у нас 0,05 ETH. Смотрите, здесь регистрация в один клик. Жмете автоматически. Но здесь вы проверяете, когда вручную, чтобы попали вот под своего аплайна. Ну, например, я в данном случае проверяю, чтобы я попала под свой 1-й кабинет, а не куда-то еще. На вашем кошельке должно быть, ну, если первый уровень, то это 0,05 ETH. Второй уровень 0,15. Итого у меня 0,22 ETH. Нажимаем автоматически. И регистрация в один клик нажимаем. Нажимаем Connect. Нажимаем подтвердить. Сейчас подождем. Вот, транзакция у нас отправлена. Бывает сеть висит, бывает не висит. Ну, как правило, вот за 30 секунд у меня купился первый уровень. Смотрите, вот у меня вылезло оповещение, что транзакция у меня одобрена. Повышаем первый уровень, покупаем сразу второй уровень. И нажимаю повысить уровень. Покупаем второй уровень, чтобы не упустить прибыль, если кто-то из моей структуры купит раньше меня второй уровень. А я этого не хочу. Второй уровень покупаем, нажимаем подтвердить. Второй уровень прилетает в аплайну через одного человека. Таков маркетинг. Эфир немножко упал, даже не немножко, а прям хорошо упал. И сейчас самое время заходить. Смотрите, в проекте 6009 человек. Вот моя реферальная ссылка. Вы можете быть 6010-м. Хорошее число. Всем пока-пока. Если у вас будут вопросы, пишите мне в личку.